Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня у нас пятница, а это значит, что сегодня мы поговорим о муравьях. В принципе, ничего нового особо не произошло. Использую я коврик, поскольку дома не топят. Коврик работает. Было много довольно-таки отзывов о том, что было бы на Алиэкспресс купить коврик дешевле, но скажу честно, я просто как-то не искал, не задумывался, увидел на Ant Planet и приобрел там. Оказалось, что прислали-то они его не очень хорошего качества, поцарапанный, такое ощущение, что он на самом деле бэушный. Проще было бы, наверное, подождать и заказать все-таки на Алиэкспресс, но в следующий раз будем умнее. Да, в следующий раз он мне, наверное, не понадобится. Сейчас начнут топить, а когда топят, у нас дома довольно-таки тепло. Муравьи продолжают жить своей жизнью, живут спокойно. Правда, вот заметил, когда не включал коврик, в момент, особенно утром, особо прохладно у нас дома, опускалось до 18 градусов. Ну, 17-18 градусов, довольно-таки прохладно. Они сидят практически неподвижно, то есть засели, сидят, вокруг матки обложились и сидят, не двигаются. Но когда включаешь коврик, они оживляются и начинают двигаться уже по всей своей баночке. И тем самым радует нас. Что еще хотел посмотреть, показать? Матка пока почему-то не откладывает больше яиц. То есть от старой кладки осталось 3 куколки. При пониженных температурах довольно-таки они неподвижные. Еще хочу все сделать, никак не сделаю поилочку для них. Надо бы сделать поилку. Пою я их таким методом изощренным довольно-таки. Есть у меня вот здесь вот губка, и я пропитываю ее водой. Пропитываю ее кипяченой водой, и вот так раз в 2 дня добавляю им водички, сохнет довольно-таки быстро. Добавляю воды. И таким образом они пьют, никак я не соберусь, не сделаю поилку. Начал делать формикарий стеклянный, все вам покажу, расскажу обязательно, уже пол видео готово. Осталась вторая половина, буду делать с гипсом. Ну а пока давайте посмотрим за жизнью муравьев, хотя дома довольно-таки прохладно, они практически не двигаются. Сидят в основном в кучке, очень медленные, из-за того, что холодно. Ну, будем надеяться, что дадут отопление, будут они поактивнее. Но на коврике они ведут себя довольно-таки бодро. То есть это я их просто сейчас снял с коврика, и вот они такие вот полузамерзшие. Понаблюдаем за жизнью муравьев. Thank you.
Ну а на этом все. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Скоро будет готов формикарий. Выложу видео об этом формикарии. На этом все сегодня. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Жду вас. Участвуйте в конкурсах. В воскресенье будет запущен очередной конкурс. Пока все. Всем до встречи. Жду ваших комментариев. Всем пока.